Так, всем добрый вечер. Давайте проверим звук. Поставьте плюсики, как меня слышно, как видно, чтобы было. Мы настроим сейчас. У меня немножко эхо идет, но ничего. Как меня слышно, коллеги? Угу. Мухаммад Карим пишет вот в YouTube. Отлично. Плюсики поставил. Хорошо. Хорошо. Так. Угу. Здесь тоже хорошо. Так, вроде везде все. Запись включена. Пошли, да? Поехали. Очень хорошо. Всех приветствую. Те, кто в YouTube, те, кто на площадке, кто как желает, так и присутствует, да? Кому как удобней. В сегодняшнее такое сложное время, когда все перемещаются, все работают, и плюс еще общая мировая обстановка, она дает о себе знать. Не просто дает о себе знать, а делает свое дело, я бы вот так сказал. Но тем не менее, читаю в чатах, вот сегодня тоже читал в чатах, в наших чатах, везде идет очень серьезная дискуссия по поводу всего происходящего, не только в нашей компании, но и вообще в мире. Это очень радует. Это очень радует, что все... да, вот пишут еще Николай. Пишет, так, пишет десяточка. Олег Белый, десяточка. Георгий Чало тоже десяточка. Спасибо за обратную связь, коллеги. Хорошо. Тогда сейчас сделаем демонстрацию экрана. Да? И... Угу. Так, надеюсь, все пошло. Сейчас посмотрим. Так, здесь вижу, пошло, здесь тоже пошло. Хорошо. Отлично. Поехали, да? Так, всех приветствую еще раз. Сегодня у нас вечерний вебинар. Такой, пройдемся по струнным технологиям Анатолия Радовича Юницкого. Они сейчас на сегодняшний день, наша технология имеет другую аббревиатуру совершенно, да, уже та аббревиатура, которая давно заложенная была внутри у Анатолия Радовича Юницкого, в его сердце, он ее на сегодняшний день как раз и в жизнь пустил, я бы вот так сказал, да, Юницкий String Technologies. И я об этом говорил и показывал где-то 2 или 3 вебинара назад. Но это не только струнные технологии Юницкого, это комплекс, я бы вот так сказал, комплекс транспортных решений, в которые Анатолий Радович вложил, ну, я бы сказал так, всю составляющую, знаете, все вместе. И этому подтверждение мы получили, вот только что мы вернулись из Арабских Эмиратов, и именно из Дубая, именно там мы встречались с партнерами непосредственно, с нашими, приезжали партнеры из Вьетнама,
И они, естественно, проехались, посмотрели, пощупали, изъявили желание вживую, я бы вот так потрогать и проехаться на нашем виде транспорта в Шарже. Да и плюс задать вопрос Анатолию Эдуардовичу и получить на них ответы. Вот. И, естественно, весь совет правления был Владимир Маслов, был František Solar, был Евгений Кудряшов, была Ирина Волкова и еще коллеги. Мы все присутствовали, не все присутствовали, основной костяк присутствовал именно на закрытой встрече, где задавались вопросы, получали ответы, и ответы убедительные. И Анатолий Леонидович нам полностью раскладывал в своем понимании концепт, именно концепт развития нашей компании в сложившейся сегодняшней ситуации. И вы знаете, он хорош. Он хорош и, как всегда, такой на два шага, наверное, скорее всего, я так скажу, впереди. И поэтому вот это не только комплексные транспортные решения U-Sky, да, но это концепт, уже готовый продукт, я бы вот так сказал, да, в котором успешно отобраны все такие ключевые моменты. Вот, пошло. Сейчас вижу, что пошло. Коллеги, вижу, пошел интернет. Не знаю, как в YouTube. Но вижу, пошла в комнате пошел интернет. Наверное, скорее всего, и в YouTube пойдет. Сейчас мы еще раз проверим. Ага, пошел, все, вижу. Пропал, коллеги, да? Обратите обратную связь. Появился, да, я на экране опять. Да, вижу, появился. Хорошо. Идем дальше. Интернет пропадает, но ничего страшного. Ничего страшного. Так, значит, на концепте мы остановились. Буду следить, чтобы не пропадало, потому что очень неудобно, когда коллеги не видят. Так, всем привет из Бишкека. Буду периодически вот читать комментарии, да?
Это у меня пропал эфир. Нет, это не у вас, Елена, пропал эфир, это у меня. Мы идем дальше. Так что, друзья, это у наш концепт, и он этот концепт, Анатолий Дадович, вложил в, именно в это понимание, в концепт именно и понимание дорог, понимание линейных городов и понимание вообще всего, все взаимосвязано, там и гумус, и все, то есть такой полностью пакет упакованный для партнеров, для новых клиентов, которые приходят. И это очень важно, как Анатолий Дадович упаковал это все в одну такую связующую. Естественно, вот сейчас на данном слайде вы видите центр испытаний и сертификации U-Sky в Шарже. Это уже действующий центр с экодомом, с его инфраструктурой, с его зданиями, с его сооружениями, со станциями, с путевой структурой, действующей с промежуточными анкерными опорами и с действующими промежуточными анкерными опорами и с действующей, конечно, машиной. Вот, то есть так как именно Анатолий Дадович это показал в Шарже, и так как мы это показали у себя в Мариной Горке в Белоруссии, да, естественно, конечно, показать мы нигде не могли. Это нужно было сделать. Это нужно было сделать. Так, идем дальше. Сейчас мы, друзья, перезагрузимся, наверное, скорее всего. А, нет, все нормально. Так, еще раз. Сегодня у нас техника желает не работать. Идем дальше. Так, интернет есть, здесь есть. И центр Экотехнопарк в Мариной Горке, Беларусь. Он тоже действующий. Мы знаем там, что у нас построено энное количество трасс. Да, и осталось еще маленький момент за постройкой определенных двух трасс, пятой и шестой. Все комплектующие, все связующие, они уже поставлены. Были немного задержки в связи с ковидом, в связи с этой ситуацией, которая в мире. И большое спасибо нашим партнерам, которые вообще априори относятся с пониманием и с уважением к тому, что делается, и с пониманием, что не вся информация выдается в эфир. Для того, чтобы, я бы так сказал, недоброжелатели не воспользовались и не исказили эту информацию. Эта информация будет выдаваться, и Анатолий Дадович сказал, нам точно дал свое понимание о том, что информация будет обязательно даваться партнерам, потому что голодание... информационное голодание, хотя я не знаю, как можно сейчас голодать информационно, по-моему, такое количество информации выдается о том, кто приезжает, куда посещение, всевозможные сертификации, что мы сделали, про анкерные опоры, про всевозможные этапы, которые мы делаем, маленькие шаги, но мы идем в это сложнейшее время для всех. Вы посмотрите, что происходит с компаниями. Если у кого-то есть друзья, компании, малый бизнес, еще сколько компаний закрывается, уходит, приостанавливает 20-50% своего состава, отправляет на какой-то недолгосрочный или недолгосрочный опыт и тогда этот отпуск и так далее и тому подобное. Но в нашем понимании мы идем вперед, и та информация, которая будет открываться, она будет открываться именно тогда, и когда это уже невозможно никому помешать и невозможно исправить. И это правильно, Анатолий Дадович понимает, как важен, насколько важен на сегодняшний момент именно этот год ключевой не только для страны, не только для мира, но и для нашей компании. Это очень важно. Я благодарен Анатолию Радовичу, что он еще и умудряется делать каким-то образом фотосессии очень красивые. В последнее время очень много у него фотографий, очень красивых и профессиональных. Это тоже говорит о том, что команда такая достойная. Вот, идем дальше, да, друзья? Идем дальше, шагаем.
Сейчас мы немножечко попробуем вот так вот перепере. У нас не очень хочет шагать почему-то интернет, вернее, этот слайды. Сейчас, друзья, немножечко техника подвисает. Подвисает и желает отменить. Вот, отменяем и идем дальше. Давайте я попробую переключиться на другой микрофон. Возможно, что микрофон подтягивает. Так, вот сейчас, наверное, слышно хорошо. Отлично. Едем дальше. Видите, на ходу мы делаем. Сейчас появимся в интернете. Вот. Так что вот как-то так, да? Unity Stream Technologies. Так, есть, появился в интернете. Вижу я в YouTube. Так, идем дальше. Анатолий Давыдович Юницкий, генеральный конструктор, отец, папа, я бы вот так сказал, основатель технологии, человек, который не первый год, а им больше 20, больше 40 лет развивает эту технологию, и технология на сегодняшний день выходит на мировой рынок, и тому свидетельство у нас есть. Есть уже объявленные контракты, о которых говорил Анатолий Давыдович, он их не раскрывал до конца. И это понятно, и это правильно. Анатолий Давыдович, когда, во-первых, подписанные контракты говорят, там есть определенные пункты, по которым Анатолий Давыдович ни вправо, ни влево не может шагнуть до определенного момента, пока та вторая сторона не откроет определенные моменты этого контракта. Поэтому мы идем четко по этому контракту, а все остальные именно проекты, все остальные наработки, все остальные, я бы так, направления, которые в действии работают, а они действительно работают, мы о них не говорим специально, специально умалчивается, специально затаивается, потому что для того, чтобы не изменилась та структура, которая положительная структура, я бы вот так сказал. Форма образования именно фирменного знака, я о нем уже говорил, он уникальный, графическое написание, его теперь очень красивое и соответствует именно фирменному знаку или той компании, нашей компании,
А компания это уже, я бы сказал так, не просто компания, а группа компаний, состоящая из множества блоков, да, из разных направлений. И не только путевая структура, не только экодома, не только земля, не только гумус, и еще линейные города, и все, что связано со Spaceway и так далее. То есть обширная такая глобальная компания. И развитие у Анатолия Эдуардовича четкое понимание, что и как делать. И вот эти фотографии, они уже реальные. И используем только реальные фотографии на сегодняшний день. Их достаточно для того, чтобы показать именно партнерам, показать именно тем, кто желает. И не просто желает, а воочию пощупать, вот так я бы сказал, пощупать желает, то тогда уже договаривается и едет или же в близлежащую для него страну Арабские Эмираты, либо в Марину Горку, это Беларусь, именно на наш демонстрационный сертификационный центр, да. Вот. И те три основные путевые структуры, это основные три путевые структуры. На самом верхнем рисунке вы видите полужесткая путевая структура, в середине жесткая путевая структура, и нижний рисуночек – это провисающая путевая структура. Это три таких основных путевых структуры, которые мы используем. Конечно же, у нас есть еще легкая путевая структура. Вот как сейчас вы видите, для Юнивинда, да, это как бы горный такой вариант. Она очень дешевая, она очень быстро монтируется, она быстрого вот такого возведения, но это уже дополнительная путевая структура. Но основные костяк такой основной, это вот эти три путевых структуры. Значит, полужесткая, жесткая и провисающая путевая структура. Именно с самой нижней провисающей путевой структурой мы имеем возможность шагнуть от анкерной опоры до анкерной опоры на расстоянии более 2 километров. То есть перешагнуть водные преграды или горы, или еще что-то там такое. Поэтому подвижной состав, городской высокоскоростной грузовой, струнная путевая структура, жесткая, полужесткая, гибкая и суперлегкая. И сама инфраструктура, то есть составляющие комплекса U-Sky, это вот подвижной состав, струнная путевая структура и инфраструктура. Это станции, депо, разворотные кольца, там автоматизированные системы управления и другие. Их очень много. Очень красивая путевая структура в Арабских Эмиратах. Мне очень нравится. Промежуточные опоры, они необычно сделаны, инженерный состав подошел к этому, я бы так сказал, дизайнерский, да, очень красивые, особенно в вечернее время, когда они подсвечиваются, они очень красиво смотрятся, и вообще путевая структура грациозно смотрится на песках. И, конечно же, эта машина, именно машина, сделанная, выпущенная специально для Арабских Эмиратов, для этих суровых условий, она выдержала свои испытания, я бы так сказал. То есть за все это время, пока она двигается по путевой структуре туда и обратно, прокатывая всех тех, кто желает, естественно, я спрашивал у Олега Зарецкого, машина ни разу не подвела. То есть настолько прочная и настолько надежная машина оказалась, и это действительно так. То есть машина достойно себя ведет и ни разу не подвела. То есть ремонт ни разу не был осуществлен. Хотя, в принципе, климатические условия очень суровые. Да? То есть постоянные песчаные бури, постоянная жаркая погода. Сейчас, вот в данное время, когда мы были, там было около 40 градусов, 40 с небольшим градусов днем, а в обычное время это 60 градусов, вы сами знаете, те, кто бывал в это время в Арабских Эмиратах, они знают, конечно, что песчаные бури и жесткач по температуре, но тем не менее машина выдержала. И та группа, которая была из Вьетнама, они, конечно, были очень довольные, потому что все практически проехались на этой машине,
на VIP-машине. Она очень комфортабельная и очень приятная внутри. И практически и первая, и вторая, и третья группа все проехались, все посмотрели на путевую структуру, все были в эко-доме, естественно, сфотографировались с Анатолием Дадычем, и потом была мини-конференция, вопросы-ответы, где все, кто желал, задавали вопросы и, естественно, получали ответы. Эта же вот путевая структура, которую мы сейчас видим, она находится в Мариной Горке в Белоруссии. Жесткая путевая структура. Когда-то, помним мы, да, те, кто с 14-го, с 15-го, 16-го года помнят, когда мы первый раз нашу путевую структуру, наши промежуточные анкерные, опоры проверяли посредством лазера, да. И тогда было, конечно, большое такое... вау, когда лазер четко показал, что именно все опоры были установлены с первого раза и правильно. Модельный ряд мы знаем, наш модельный ряд, он большой, но на сегодняшний день, это вот старый перечень модельного ряда, но на сегодняшний день весь модельный ряд, он подразделен теперь на такие вот, я бы сказал, отделы, да. То есть отдел модельного, такой... Сейчас вот перелистну обратно. На данном слайде вот вы видите как раз новая модель. Это такая конусообразная модель с большими очень стеклами для того, чтобы просматривать именно то, что проезжаешь, непосредственно просматривать землю и то, что находится под путевой структурой. Вот пассажирские перевозки в городе и за его пределами. Вот мы видим модельный ряд. И уже на третьей позиции стоит та новая модель, она называется как диамант такой, да, как бриллиантик в виде, уже с другими полускошенными такими окнами, для того, чтобы очень был хороший обзор земли. Плюс у нее другая подвеска, плюс у нее пневмоподвеска, это, соответственно, бесшумное передвижение, плюс у нее идет... Там новое совершенно движение, когда вся интеллектуальная система следит именно за движением колеса. И колесо, вы помните, в маленьком видео, которое я показывал, колесо подруливает. То есть посредством снятия показаний, порядка 100 показаний в секунду снимается, и колесо подруливает по именно рельс-струне по нашей. И плюс еще совершенно другая противосходная система. Мы убрали колесо, которое издавало шум, и противосходная система усовершенствовалась. То есть она стала надежнее и эффективнее, при этом шум ушел. То есть настолько вот мы доработали эти машины. И на сегодняшний день это очень вот эта машина, как раз мы видим на данном слайде. И это очень дорогого стоит на сегодняшний день. Плюс транспорт, второй есть еще транспорт для, такая вторая подразделяющая, что ли, транспорт для обзорных экскурсий, это U-Wind и U-Bike, двухместные. Тут как раз U-Wind это легкая путевая структура, двухместная машина. Вот. И третье подразделяющее – это высокоскоростной транспорт, пассажирский транспорт. И здесь представлен U-Flash. Это высокоскоростная модель, которая передвигается со скоростью 500 км в час. И четвертое такое направление, оно очень важное тоже. Это направление уже идет, связанное с грузовое направление. Но хочу остановиться еще на внутренней содержащей именно высокоскоростной машины, она именно внутреннее содержание машины настолько хорошо сделана машина внутри, что она не уступает современным автомобилям высшего класса, я бы вот так сказал. То есть настолько классно сделано внутри, что качество и составляющие электроники и всевозможных и музыки, и всевозможных моментов, связанных с сидением и комфортом и так далее. То есть совершенно не уступает современным дорогим автомобилям. И еще одно направление – это грузовые перевозки. И здесь бы я уделил внимание вот как раз расположению всех непосредственно
всего потенциала, я бы так сказал, грузового, который у нас есть. Это U-Track, да, U-Cont и U-Trans. То есть, и обратите внимание, именно U-Cont, он подвесного типа и навесного типа показан. И U-Trans – это как раз лента, которая перемещает сыпучие грузы. Про нее тоже нельзя забывать, она у нас тоже в нашей линии, да? В нашей линии. И это очень большой показатель, потому что такая линейка очень серьезная. Очень серьезная. Хотя, в принципе, для меня, мне больше всего вот из всей этой линии, именно для меня, больше нравится Unicont, конечно. Вот Unicont – это машина, которая предназначена для перевозки контейнеров. 20 и 40 футовых контейнеров. Но мы знаем, что в Арабских Эмиратах представлена мини-машина, которая перевозит маленький контейнер, где-то по порядка одной тонны. Он усеченный. Инновационный транспорт – это журнал за декабрь 2021 года. Я хотел бы немножечко на нем остановиться. Почему? Потому что мне показалось, что он на сегодняшний день, но очень актуален именно вот в этом направлении. И перед этим я сказал, что мне очень нравится машина именно Unicont, так как она на сегодняшний день, мне кажется, более востребована вообще по грузоперевозкам. Но здесь я маленький момент хотел остановиться на таком маленьком моменте. Именно в этом журнале написано, что однако, вот красным с левой стороны, однако традиционная отрасль грузоперевозок на сегодняшний день исчерпала свои возможности развития и нуждается в прорывных решениях. И именно этот журнал попытался донести до всех его читателей, до всех редакторов и всевозможных там бизнес-людей о том, что традиционная отрасль грузоперевозок исчерпала свои возможности, но появилось прорывное решение. И как раз он описывает о Юниконте, о навесном автоматическом самоходном бирельсовом транспорте и рассказывает о его преимуществах, о его габаритах, размерах, возможностях и вообще о его технических характеристиках. Вы знаете, очень подробно, настолько все подробно, вы можете найти в интернете, зайти на этот журнал, он в свободном доступе, и полностью эту информацию найти. Там все, полностью вся составляющая тягового модуля, какой тяговый, что представляет из себя тяговая тележка, какие именно моменты, ну, практически все технические моменты прописывает и рассказывает, и показывает, насколько универсально эта машина. И еще один маленький момент такой, на котором я хотел обратить внимание, что именно этот журнал уделяет внимание, вот, работа по отслеживанию технического состояния транспортного модуля также берет на себя компьютер. То есть он уделяет внимание, что наша машина полностью интеллектуальная и компьютерная, идет отслеживание всех параметров, то есть вся информация, все узлы, оборудование, своевременно вся полностью информация поступает на диспетчерский пункт. Соответственно, она быстренько формируется и анализируется. И очень такое большое внимание они уделяют еще антисходовой системе Юниконта. Обращая внимание на ребордное колесо, такое вот вы видите, рисуночек первый, да? И второе – это скользун. Это именно система, вот вы видите на данном слайде, которая не позволяет, это новая система такая, уже разработанная, которая не позволяет именно машине сойти с рельс. То есть она ее удерживает на рельсе, чтобы, во что бы это ни стало. Это новая такая составляющая или новая такой, так, разработка нашего конструкторского бюро, и она уже прошла апробацию, знаете, и как раз вот на том, я показывал на новом, на новой модельке, которая похожа на диамант, на бриллиантик, вот на ней как раз вот именно стоит эта новая система противосходная. Вот, как бы, как-то вот так вот. Ну, еще, конечно, там представлены эскизные концептуальные дизайн-проекты, когда именно Unicont может передвигать вот
мобильный такой офис или, допустим, жилой какой-то офис или еще что-то, не только контейнеры. И это дорогого стоит. Вы знаете, дорогого стоит, потому что машина получается универсальная, такая как бы комбинированная. И ну, вот она именно мне по душе больше, больше как-то вот так вот, потому что она такая универсальный такой солдат, я бы вот так сказал, да? Вот, как-то вот так вот. Так, идем дальше. Пробуем переключить. Ага, вот. Плюс, значит, эту всю техническую составляющую, конечно же, мы осуществляем сами. Осуществляем сами на нашем непосредственно предприятии. Сейчас попытаюсь назад. У меня сегодня компьютер немножечко... А вот. На нашем производстве, да? Вы знаете прекрасно, для тех, кто не знает, у нас свое производство. Оно небольшое. Находится оно в Белоруссии. Оно не очень большое, но оно достойное. Оно достойное, и практически все, не практически, а все машины, которые были произведены, они сделаны на нашем предприятии. Именно на этом предприятии мы сделали сами, произведя на своих станках и смонтировав своими руками, я бы так сказал. То есть все машины полностью сделаны сами. И, конечно же, вот эта группа вьетнамцев, которая прибыла в Шарджу, для того, чтобы самим полностью увидеть весь процесс перемещения, именно как работает путевая структура, именно непосредственно станция, зайти на станцию, чтобы открылись двери, зайти в машину, закрылись двери, и полностью началось движение, переместиться на другую станцию и там выйти. И получилось так, что мы разделили эту большую группу на две маленькие группы по 25 человек. Одна группа осматривала полностью Шарджу, составляющую эко-дом и все, что там было, а вторая группа в этот момент производила поездки. А потом мы поменялись, и тем самым мы не создавали такой ажиотаж. И в этот же самый момент к нам присоединился Кристиан Ван де Вувер, это наш амбассадор в Нигерии, вот вы видите в середине, лысыватый в синем костюме, это Кристиан Ван де Вувер, вот вы сейчас на данном слайде увидите, прекраснейший светлый человек, он тоже присутствовал и тоже также помогал нам в осуществлении всего того, что происходило на этом мероприятии. Плюс еще, конечно же, он, его задача была пообщаться с членами управления и поговорить о насущных вопросах, о том, о перспективах, о наших дальнейших действиях. Вы видите, как раз сейчас эта группа передвигается в автобусе в парк Шарже. Вот, еще раз фотографии из Шарджи, они очень красивые, и, конечно же, этот вот непосредственно 3D-изображение этого парка в Шарджи, в Арабских Эмиратах, именно как он в ближайшее время будет построен. Энная, вот нижняя часть, на нижней части вы видите, прям в самом низу, это как раз вот провисающая путевая структура, она уже построена. Далее там в серединке эко-дом, вот как раз квадратный это эко-дом деревянный. Справа от эко-дома жесткая путевая структура в ближайшее время будет строиться. И слева будет путевая структура полужесткая. Будет строиться все для того, чтобы, вот вы сейчас видите 3.1 и 2.1, все для того, чтобы строить две путевые структуры уже есть, то есть я имею в виду составляющие, все есть. Вот, поэтому, алло, ага, слышно, вот я просто прочел в интернете, что не слышно, сейчас слышно, я вижу. Да, идем дальше. Вот, единственное, не будет кольцо. Кольцо чуть-чуть попозже будет. Вот как раз вы видите на данном слайде соответствующие бобины с тросами, которые будут натягиваться. И вот эко-дом, как он выглядел в самом-самом первом начале, без растительности. На сегодняшний день он, конечно, уже зарос очень хорошо всевозможными растениями. То есть растения различные. Очень много всевозможных растений, даже перечислять, наверное, трудно будет. Опять фотография с группой вьетнамцев, очень жарко было,
Но меня восхитил, конечно, внутреннее состояние дома, экодома. Вот так он выглядел, когда он только был построен. А на сегодняшний день, конечно, он весь внутри уже совершенно другой. Он весь зарос, вот как сейчас вы видите на данном слайде, зарос прекрасными разными растениями. Они, естественно, подобраны очень красиво. Я бы так, помогая друг другу расти. Плюс, естественно, конечно, там наша земля, наш гумус. И, естественно, там вот небольшой водоем с рыбками. И, конечно же, там очень хороший климат. Там климатическое состояние такое. В пустыне, в Гольной пустыне, климатическое состояние внутри этого дома, конечно, потрясающее. То есть там внутри находиться очень-очень комфортно. Очень комфортно и приятно. За счет того, что, видимо, там водоем постоянно циркулирует вода, и вот этот микроклимат от всех растений и вода все вместе делает свое дело. Делает свое дело. Вот. Плюс еще маленький момент такой очень интересный. Когда мы были последний раз, то Анатолий Радович показал нам там улей. Я уже показывал на прошлом вебинаре. Там пчелы свили улей, и Анатолий Радович оставил их. То есть они остались жить в этом экодоме. Никто их не трогает. Они также вот на этом же самом месте, где они свили, там так и живут. То есть продолжают дальше свою жизнедеятельность. И Анатолий Радович, соответственно, не трогает, потому что они опыляют цветы, и они помогают всем растениям и всему живому быть. Вот как-то так. То есть такое вот благое внутри состояние, что откуда-то взялись в Арабских Эмиратах пчелы. Совершенно вообще, можно сказать, в пустыне. Вот так вот. Вот. Идем дальше. Идем дальше. Двигаемся сейчас. Перелистнется у нас слайд. Немножко подвис компьютер опять сейчас. Чуть-чуть. Видите, у нас какие энергии. Компьютер немножко есть. Отошел опять компьютер. Так. Сейчас. Так, дальше пошли. Хорошо. Так. Это у нас, я в прошлый раз показывал, мы как раз были в экодоме, разговаривали, у нас была беседа с Анатолием Радовичем, длилась она порядка 4 часов. Говорили мы обо всем, практически о том, что будет, о том, что есть, какая ситуация сейчас вообще. И все, что связано с проектами, с всевозможными направлениями, где что, как, и в связи с таким временем, которое наступило, таким тяжелым временем, я бы сказал, да, вообще в мире. Но, тем не менее, компания уверенно, медленно, но уверенно шагает вперед. Поэтому я все-таки попрошу всех вот коллег, там, кто пишет в чатах, всевозможные вопросы задает, все-таки набраться терпения и подождать. И Анатолий Давидович в любом случае подтвердил, что вся информация будет выдаваться, однозначно будет выдаваться партнерам, потому что партнеры должны знать составляющие компании, куда она идет и куда она движется. Вот, Экодом Арктика, вот я, это, вы знаете, буклет, новый буклет, буклет получили мы от Анатолия Давидовича, и в этом новом буклете еще один концепт Анатолия Давидовича, который говорит о том, что не только в песках можно поставить наш экодом, но и в совершенно гольной мерзлоте, я бы вот так сказал. Так, у нас тут пропал, сейчас посмотрим, пропал или не пропал у нас. Ага, есть, появилось, все, вижу, ребята. Пропадает немножечко интернет, я поэтому переживаю, чтобы по коллеги в интернете, в YouTube не пропали.
Вот такой вот дом в Гольной Арктике со своими жилыми модулями, зоны отдыха, чердачное помещение, высокие грядки, прогулочные дорожки, зона отдыха, жилые модули и так далее. То есть еще один концепт Анатолия Леонидовича именно по эко-домам. Это очень важно, что Анатолий Леонидович показывает всем бизнесменам и всем желающим именно широту наших возможностей и действительно возможностей нашей не только путевой структуры, но и жилого фонда тоже. Потому что, Анатолий Леонидович, очень тоже много мы говорили по, я сейчас покажу далее слайды по линейным городам, да, линейному городу. Биотехнологии USKY, они настолько тоже продвинулись вперед, и Анатолий Леонидович очень много тоже говорил о гумусе, о том, какие именно успехи получает наш экотехнопарк в Мариной Горке, а именно подавая данные о урожае помидор, там, огурцов и всевозможных вещей. И представляете, местная Марина Горка даже просит иногда заменьшить. Ну, как бы вы написали очень много, такого не может быть, такого урожая не бывает. А на самом деле он такой, какой есть. И придумывать ничего нет необходимости, потому что это все вот как раз органическое земледелие и все, что связано с гумусом. Это именно выращивание микрозелени и всевозможных вещей именно на наших вот этих землях, я бы вот так сказал, да, на нашем биогумусе. Это очень важный тоже момент такой, и я бы сказал, что он настолько важен именно в, ну, как есть уже, вот так. Вот, идем дальше. И вот как раз на последней встрече Анатолий Леонидович нам показывал почвенный эликсир, который уже изготовлен, да, он в рабочем состоянии, он уже в действии, и им уже пользовались и пользуются, и я его держал в руках, читал, смотрел о нем, смотрел, как им пользоваться, и он действительно уникальный, универсальный почвенный эликсир, который, ну, просто потрясающе дает урожаи, и самое главное, что это, ну, просто натуральный, ну, если есть возможность кому-то или кто-то желает, можно зайти на сайт, почитать и получить информацию именно от автора непосредственно идеи почвенный эликсир Анатолия Юницкого, инженера нового мира. Но те показатели, которые у нас есть, именно по отдаче, земельной отдаче посредством нашего гумуса и нашего эликсира, они просто поразительные. Поразительные. Ну и, конечно же, в конце, когда мы прощались с Анатолием Леонидовичем, у нас был один из вечеров, когда мы в кафе сидели и еще задавали вопросы, те, кто не получил дополнительных ответов, еще задавали вопросов. И вопросы Анатолию Леонидовичу, Анатолий Леонидович отвечал. И, конечно же, Анатолий Леонидович тогда говорил о том, что очень хорошо, что именно сейчас, в такое сложное мировое время, у нас хорошая команда, сплоченная, такая верная и надежная команда. И он несколько раз об этом повторил, и, то есть, в надежности и в правильности, в таком, что мы правильно все смотрим, вот вы видите как раз это фотографии, мы последний вечер разговаривали, беседовали, Олег Зарецкий вот сидит, Евгений Кудряшов, Владимир Маслов, Франтишек фотографирует, я, Владислав Волков, Ирина Волкова тоже здесь присутствует, и Анатолий Леонидович, и вот помощник Денис Исаев. Мы беседовали очень много еще дополнительно проговаривали всевозможных вещей. И хочу вам сказать, что беседа оказалась такая плодотворная и достойная. Да? Очень много Анатолий Леонидович рассказывал очень о кластере линейного города, о его видении, как это будет и почему это очень важно. И вы знаете, я тоже убедился на своем примере, когда я только заикнулся в одном из встреч с представителями высокопоставленных
лиц о линейном городе и человек, который, в общем-то, занимает очень серьезные позиции в строительстве и давно этим занимается. Он не просто зацепился, он проявил такой интерес к этому, что потом контактировал и, в общем-то, прям, можно сказать, хлебал эту информацию о именно вот о линейных городах, о возможностях кластерного построения, о вот этих домах, высотных домах, которые лежат на боку, как говорит Анатолий Радович, это вы сейчас видите на данном слайде. И этот проект, именно эта концепция, она, ну, я вижу, что она набирает популярность. И настолько популярна по направлению именно строительства дорог, именно вдоль дорог вот эти линейные поселения, они, это оказалось очень актуально. Очень актуально, потому что, Антон Леонидович, это проработано все. Проработано до таких мелочей, не говоря уже об архитектурных разделах здания, где пространство теплицы, жилая часть, подвальная часть. То есть все продумано полностью у Антона Леонидовича уже давно. И сейчас этот концепт вот весь оформлен и преподносится именно партнерам, клиентам, всем тем, кто желает, так, как нужно, можно сказать, прям как по бизнес-плану. Это очень важно. И я благодарен Анатолию Леонидовичу, и вообще я благодарен, что, вы знаете, что во главе нашей компании стоит такой человек. Дай Бог ему здоровья в этом нелегком году, в этом нелегком вообще сегодняшнем пространстве. Сегодняшнее пространство для нас, оно действительно нелегкое, но мы все равно, и компания, она уверенно идет. Почему? Потому что у Анатолия Леонидовича есть видение, как вывести компанию правильно и как делать именно те шаги, которые будут правильные в данный момент. Именно на сегодняшний момент правильные шаги, информационные, то есть не выдавая информацию заранее, а выдавая только тогда, когда нужно. Не, ну, в общем, я так думаю, что вот надо действовать вот именно так, как говорит Анатолий Леонидович. Не, допустим, там, как это, значит, фонтанируя, не как-то там, допустим, придумывая что-то или еще как-то, почему информации мало, почему просто набраться терпения и ждать. Набраться терпения и дождаться вот именно того момента в этом году, когда все четко сработает так, как нужно. А я больше чем уверен, и зная ту информацию, которая есть, я знаю точно, что мы идем правильным путем, и в принципе, я так скажу, что дай Бог здоровья Анатолию Эдуардовичу, и нам с вами вместе набраться терпения и делать так, как вот говорит основатель и человек, который всю жизнь посвятил этому проекту. Большое ему спасибо, и нам большое спасибо. Вот, как-то вот так вот, друзья, на сегодняшний день хотел преподнести вот так коротко информацию, но получилась борьба с компьютером, который не хотел работать, да, но тем не менее что-то получилось. Все, друзья, вам большое спасибо всем. Всем хорошего настроения и всем благостных событий. И быть, оставаться в позитиве, и все-таки быть в спокойствии и в таком благополучии. В это все-таки такое тяжелое, неспокойное время. Но тем не менее, всех нам благ и работаем дальше. Счастливо! Находиться вдали от городского шума и суеты, наслаждаться природой, но в то же время пользоваться всеми благами цивилизации и использовать свое время наиболее эффективно – это возможно, лишь преодолев глобальные проблемы современности, такие как перенаселение городов, загрязнение экологии, исторически устаревшая инфраструктура. Линейные города U-City
позволяют сочетать здоровую среду с высоким уровнем комфорта и транспортной доступности, открывая путь к образу жизни будущего. Строительство поселений нового типа осуществляется в логике Smart City, в котором земля принадлежит пешеходам и растениям. Основа линейного города – пешеходные кластеры с малоэтажной застройкой. Дома с зелеными крышами – это энергетически независимые системы, которые обеспечивают жителей электроэнергией, теплом и продуктами питания. Каждый кластер рассчитан таким образом, чтобы комфортно разместить на своей территории до 5000 жителей и имеет одну или несколько реликтовых солнечных биоэлектростанций. Биоэлектростанции параллельно с выработкой энергии способны производить до 50 тысяч тонн плодородного гумуса в год из отходов угля и сланцев. Эта продукция очень востребована в мире и может стать ключевым элементом развития колоссального экспортного потенциала любой территории. Отличительный элемент каждого кластера линейного города – здание доминанта многоцелевого назначения со встроенной станцией транспортной системы Unitsky String Technologies. При необходимости эти системы могут связать кластер с городом, вблизи которого он будет построен, и предоставить высокую транспортную доступность, а также обеспечить интегрированность в существующую инфраструктуру. Энергетические, информационные и прочие коммуникации могут быть размещены в корпусе струнных рельсов, ноу-хау которых защищено патентами компании-разработчика. В настоящее время технологии, входящие в состав линейных городов U-City, реализованы на территории исследовательских центров в Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах. Построены и успешно эксплуатируются 6 типов инновационных зданий. Возведено 6 типов воздушных коммуникационных эстакад и более 10 принципиально разных моделей пассажирского и грузового подвижного состава. Все виды созданного транспорта, технологии и ноу-хау появились благодаря многолетнему труду инженера Анатолия Юницкого и его компании. Линейные города U-City способны стать мощным инновационным драйвером развития экономики на основе внедрения природных технологий в производственной, жилой и транспортной инфраструктуре, энергетике и сельском хозяйстве. В будущем линейные города будут иметь протяженность десятки, сотни и даже тысячи километров. Они гармонично впишутся в любой существующий природный ландшафт, сохранят региональную и глобальную экосистемы, позволят эффективно осваивать отдаленные и труднодоступные территории, задавая новый стандарт расселения, соответствующий вызовам 21 века.